Самой главной и неотложной проблемой был банковский кризис. Рузвельт считал, что на решение этой проблемы есть не больше недели. Потом катастрофа. Страна с нетерпением ожидала начала обещанного нового курса. Да поможет нам Бог. Первым решительным шагом Рузвельта после инаугурации стало закрытие всех еще функционирующих банков страны. Также по его указу казначейство начало печатать огромное количество новых денег. Была проведена срочная государственная финанспекция банков и началась разработка законов о госгарантии всех банковских вкладов. Страна замерла в ожидании. Все без исключения банки страны были закрыты уже больше недели. Накануне открытия банков Рузвельт впервые обратился к нации с радиообращением. Его слушали более 80 миллионов человек. Друзья мои, я хочу рассказать вам о том, что было сделано за последние несколько дней, почему это было сделано и какими будут наши следующие шаги. Рузвельт поставил перед собой сверхзадачу. Америка должна была поверить своему новому президенту раз и навсегда. Вера – самое главное. Она – залог успеха реформ. Я даю вам слово, что с завтрашнего дня ваши деньги будут в большей безопасности в заново открывшихся банках, чем у вас дома под матрасом. И Америка поверила Рузвельту. В день открытия банков американцы...